Памятная дата военной истории России. 25 апреля. В этот день в 1945 году в 13 часов 30 минут в районе города Таргау на Эльбе произошла встреча советских и американских войск, роты лейтенанта Голобородько и разведгруппы лейтенанта КЦБУ. Рукопожатие на Эльбе стало символом братства по оружию стран, вместе сражавшихся с нацистской Германией. Остатки вермахта теперь были расколоты на две части – северную и южную.